показывает, что вот сюда вот надо подняться. Либо здесь вход где-то. 36-й дом. Это 30-й, 32-й. Вон 36 подъезд, видишь? Ну, я жду, меня чуть дальше показал. А? Нам надо куда-то мотоцикл определить. Вон 36-я комната. Чуть было не было. Я бы близко не ставил, Леш. В таком трафике колонны никто не видит. Надо ехать прямо, всем забивать. В таком трафике тебя собьют, я тебе куда буду звонить? Тебе я уже в отеле не видел. Ты остановишься, да? Подъедешь, мы же, блядь, не где-то, блядь, в 5 миллионов денег. Но... Погугли, здесь, наверное, 5 миллионов и есть. Это, блядь, 200 тысяч. Ну да. Мото? А? Вон на промтажерах идет. Не, мото куда? Он сейчас выходит, нам покажет, куда ехать, не пропускает. А-а-а. Да, да, общественный паркинг, да, там? Да, мы что, он сказал, в гараже там нет. Как они, блядь, дают объявление, что у них? Он сказал, нет, вот туда, блядь, тогда можно и там встать. Он там написано, паркинг на территории, блядь. Он сказал, что я не забираю эти машины. Про безопасность. И территория-то здесь. Да у нас безопасность, у нас что-то. Что паркинг на территории не Неаполя. Посмотрим, что у него. Может, у него нормальный паркинг. Я говорю, слышь, паркинг на территории Неаполя, блядь. А что ты воду не взял? Ты же не смеешь сверху говорить. Блять, неапольская езда. Стал уже, блядь, ничего не страшно после этого. Стал до барана, блядь. Меня чуть девка не сбила. Слышал, там сильно ругнулся. На видео все есть.